Выставка «Пора любви» – это прекрасная возможность познакомиться с окружающим нас диким миром природы, узнать о обычаях и привычках животных. Экспозиция включает в себя около 60 фотоснимков. Об этой выставке я лично мечтала много лет. Может быть, лет 20, наверное, очень хотелось создать такую выставку, которая посвящена брачным играм животных. Потому что если присмотреться на поведение в животном мире, можно увидеть себя как в отражении. На самом деле здесь присутствуют и танцы, и подарки, кипят страсти, турниры, меняют наряды животные, особенно птицы. И такая выставка, она не случайно в первый весенний день у нас открывается, потому что у большинства из нас весна – это пора любви, время любить. Хотя время любить, оно в любое время может быть. Любите, дарите подарки друг другу, боритесь за друг друга и примите пример с наших меньших братьев. Помните, что мы – это часть природы. Автор работы Игорь Бушнев, кандидат биологических наук, редактор студии телевидения телерадиоканала «Мир» в Республике Беларусь, документалист, режиссер, сценарист, оператор. Любовь к фотоискусству пошла еще с детства. Все началось с охоты, когда вместе с папой он часами пропадал в лесу. Но уже в 7 классе юному Игорю в руки попадает фоторужье, после чего охотничье оружие в руки не берет. А любовь к природе теперь осталась не только в сердце, но и на его снимках. Любовь, она всеобъемлющая, да, но почему бы не говорить через природу, через животных. Кстати, объяснять очень многие сложные вещи детям, внукам гораздо проще и удобнее через природу, чем каким-то другим способом. То есть это замечательный пример того, что происходит вокруг нас и зачастую лучше, чем в нашем социуме. Природа в этом смысле уникальна. Она очень добра, она порядочна, она человечна в хорошем смысле этого слова. Выставка удивляет своим разнообразием и красками. На глазах снимки как будто оживают, и ты погружаешься в удивительный мир природы. От фотографии веет теплом, любовью и свободой. Мне очень нравится природа, и поэтому я с удовольствием готова рассматривать эти фотографии и восхищаться работой человека, который решился это сделать. На первом этапе я могу сказать, что, в принципе, она интересна, потому что природа – это как бы такое близкое к человеку, и мы все-таки берем начало от природы, и все-таки интересно, как происходит, что в природном мире взаимодействие. Выставка «Пора любви» продлится до 31 марта. Василина Буцкевич, Арина Смолевская, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Тетерев наклоняет...